Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vish 2012 года в черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 143 лошадиные силы. АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида. Литые диски хорошие, зимняя резина, установлены ветровики. Пробег 132 тысячи километров. Автомобиль без пробега ПРФ. По салону красивый, темный, ухоженный салон, комбинированный, ткань кожа, не прокуренный, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режимы, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника,